во дне присущей земного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, а милость пастырьми словословия, Бог следит со звездою путешествую, нас городе родися, отрочим лада привечный. Господи Боже наш, слава Тебе за этот дивный день, день радости, света, обновления этого мира. Ты показал себя ангелом и открылся нам, как истинный единородный Сын Божий и Бог, единый во Святой Троице. Хвала Тебе! Благослови нас, Господи, быть щедрыми на то, что Ты даруешь нам. Благодарим, что насытил нас благами Твоими. Благослови детей, что они хотят показать, награжденные Тобой особыми дарами. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, пока можете не трогать. Спаси Христос. Просто садитесь аккуратно. Давайте, заводите. Коллег, вот она Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи, моя радость. Первый день получила. Слава тебе, Господи. А это тоже будет стоять? Ой, какие красивые. Как Алена, я сюда, чтобы ты не мешала снимать. Ты одна загородила половину экрана. Лена, наоборот сюда, иди сюда, назад. Лена. Вот, место свободное. Назад. Проходи. Ее ребенок. Ей же с ребенком. Все, проходи. Чтобы она видела. Подожди, мы даже ветры загородим. Еще, ребят. И вы сюда. Игорь, прощайся, давай сюда. Да, давайте встретись сюда, чтобы здесь никто вот рядом не сидел. Потому что эти тоже... Дальше. Вот, смотрите, пересаживайте сюда. На ту сторону, кому надо, садитесь за книгами. И тут и хорошо и видно. Уходи сюда, оттуда снимай. Не вылазь оттуда, детей не закрывайте. Только провода, да. Так, ну и все. Начинайте. Надя Тихоновича, можно Олега туда подвинуть? Надя, перестаньте разговаривать. Полное молчание. Так, ни с кем не разговариваешь. Пожалуйста. Все закрыл, всю панораму. Разрешите. Надюша, поскорее подготовку заканчивай. Вот видите, потом будете в интернет смотреть. Да. Куда ты пошла? Ты что хочешь? Приготовились? Колокольчики звенят, бим-бом, бим-бом, а крестьянам говорят, Thank you.
катался на снегу, бело кругом. Сани по снегу бегут, бим-бом, бим-бом. Зимний вечер, на дворе мороз, в этот вечер был рожден Христос. Бим-бом, бим-бом. Ночь тиха, по тверди зыбкой, звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних. Вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светит взору, озарен Марии лик. Звездный хор к иному хору слухом трепетным приник. Над ним горит высоко та звезда далеких стран. С ней несут цари Востока злато, смирну и ладан. Пришел он во храм, там учил фарисей о субботе, о язвах пророка. Разогнул он завет перед сонным людей, прозвещал изречение пророка. Дух Господень на мне, он помазал меня и послал благовещен в народ. Дай прозрение слепым, слабым веры огня, и рабов попустить на свободу. И закрыл он завет, и внимали ему, и сказал он пред вами, евреи, день пророка настал, и свершится сему, дивились ему фарисеи. Ему не все равно, как мы живем, ему не все равно, как умираем, ему не все равно, куда идем, ему не все равно, мы это знаем. О дивных небесах нам рассказал, любовь свою явил он всем на деле. Он исцелял, от смерти избавлял, Господь, Спаситель к нам сошедший в теле. Он о любви сказать иначе б мог, через Писание, пророков, но он сам явился в мир святой и вечный Бог, живое слово во спасение нам. Он доказал любовь нам воскресением, он доказал любовь свою распятием, он доказал любовь нам воскресением, и мир добрее, и мир светлее стал. И празднует планета каждый год рождение Христа из века в век, и праздник этот празднует народ рождение того, кого от век. Богатым, бедным, мудрым и простым необходимо Господа прощение, чтоб укреплялись верою мечты о том, что вечность есть и воскресение. Ему не все равно, как мы живем, как тело наше, дух наш покидает. Ему не все равно, куда идем, ночь Рождества нас в этом утверждает. В ежедневном планеты кружении о Творце вспоминая едва современное летосчисление. Мир ведет от Его Рождества, но Создателю наше спасение дорогою досталось ценой смерти, только затем воскресенье в окончании седмицы страстной. Все народы земли разналики, весть услышав благую о нем, с Рождеством торжествуя воскликнули: «С Рождеством!» На лошадке санка едем мы зимой, и на сердце сладко по пути домой. Колокольчик звонко под дугой звенит, и лошадка резво быстро по полю бежит. Рождество, Рождество, это Рождество. Слышат глаза весь всюду, где мы есть. Рождество, Рождество, это Рождество. Сердце радостно поет, потому что Рождество. Светлая дорога, колокол звенит, а Христе рожденном миру говорит. Небеса горелась яркая звезда, это радость, это счастье, праздник навсегда. Рождество, Рождество, это Рождество. Пусть звучит благая весть всюду, где мы есть. Рождество, Рождество, это Рождество. Сердце радостно поет, потому что Рождество. Thank you.
Громко. Я сегодня о сердце пою, Иисуса Христа прославляю, потому что Его я люблю с днем рождения Христа. С днем рождения Христа поздравляю. Я вам сироту так чудесно не оставил. Вот, вот пришел к нам снова Рождество Христово. Рождество Христово. Радость всем на свете и большим и детям. Рождество мы долго ждали и дождались наконец. Снова небе засияли, новые звезды засияли в небесах, где наш Отец. Акелина номер приготовила. Четыре у нас совместный номер. Давай вместе. Есть у Творца созданы небеса, небо и земля созданы Его рукой. Я благодарю Тебя, мой Господь, мой Господь, и славлю я Тебя. Краски Твои созданы из любви, и душа моя лишь живет Тобой. Мне подарил этот прекрасный мир благодать Твоя, Господи, надо мной. Все я отдам, что получил от Тебя, мой Господь, теперь я принадлежу Тебе. Я благодарю Тебя, мой Господь, мой Господь, и славлю я Тебя. Краски Твои созданы из любви, и душа моя лишь живет Тобой. Мне подарил этот прекрасный мир благодать Твоя, Господи, надо мной. Спасибо, Слава. Лена, возьми, пожалуйста. Кто создал море и сушу? Кто дал тебе жизнь, душу? Все мироздание, и ты Божье создание. Разве не чудо чудес? Бог посылает дождь небес. Стрекоза, воздушная страница, небес посланница. Светлячок свой фонарик зажигает по вечерам. Всюду-всюду, вся природа, Божий храм. Кто еще вместе? Молодец, Ева. Давайте, вместе. Енафа и Ефросинья. Дуэт. Во тьму веков та ночь аж оступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. Многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают пустыни, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное пред яслями оно. Да, с нами Бог, титан в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не уснувший в памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог. Владеешь ты си радостной тайной, бессильно зло, мы вечны. С нами Бог! Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу вертепи на склоне холма. Его согревало дыхание вала.
Домашние звери стояли в пещере, и над яслями теплая дымка плыла. Доход рехнув от постели трухи и зернышек проса, смотрели с утеса просонья в полночную даль пастухи, а рядом, неведанная притем и застенчивой плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути Вифлеем. Растущая зарево рдела над ней и значила что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюда дары, и ослики с бури, один малорослый другого, шажками спускались с горы. Светало, рассвет, как пылинки золы, последние звезды смета с небосвода, и только волхвов с неизметного сброда пустила Мария отверстие скалы. Он спал. Словно месяц он спал, весь сияющий в яслях из дуба, словно месяца луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вала. Стояли в тени, словно в сумерках хлеба, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинув вала, тот оглянулся с порога на деву, как гостья мерцала звезда Рождества. Так, теперь вы немножко чувствуете, загуляя вы вперед выходят. Подальше мы будем. Отходите сюда вот. Здесь я знаю. Ну, то есть сюда ноги не будут. Ну, да. Чтобы можно было говорить. Были времена чудес, чешевались слова пророка. Сходили ангелы с небес, звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал, и в бедных яслях Вифлеема под песнь ухваленную Эдема младенец дивного сиял. Рождество, Рождество Христово счет годам ведет. Этот праздник снова к нам на двор идет и несет с собою радость детских лет, и над всей землею проливает свет, старость оживляет, молодость бережет. Будь благословен ты, Рождества приход. В далекой Палестине, где редко льют дожди, в ту ночь в свои кроватки ложились малыши. В домах тепло и сыро, уютно и светло, и месяц наблюдает в прозрачное окно. Уснули сном глубоким, не видели тогда, как совершилось чудо, горело, как звезда. Творец стихий, законов, создатель всех миров, бездонных океанов и сказочных цветов, творец вулканов грозных, угрюмых, острых скал, на небе у престола Всевышнего сказал: «Отец, не прикословлю, спасать людей пойду, твою исполню волю, пусть и даже и в аду, приму плоть человека и стерния венец, позор, мучения, пытки, хотя я их творец, иду смиренно». Слово последнее сказал, и чудо совершилось, Бог человеком стал. Вставал восход краснее, гоня с планеты тьму. Мария песню пела младенцу своему. Есть страны, где люди от века не знают ни вьюг, ни сыпучих снегов. Там только нетающим снегом сверкают вершины гранитных хребтов. Цветы там душистее, звезды крупнее, светлей и наряднее весна. И ярче там перья у птиц, и теплее там дышит морская волна. В такой-то стране ароматную ночью пришел пателагров и рос. Свершилось желанное чудо воочию, родился младенец Христос. Зажгла звезда, Христос родился, и мир любовью озарился. Пусть счастье входит в каждый дом с прекрасным и светлым Рождеством. Славный день, чудный день Рождества Христова, нам рожден Иисус, небеса хвали. Вифлеем для людей город вечно новый, там звучал хор небес для святой земли. Слава, слава Богу!
на землю пришел Иисус Спаситель, чтобы взять все грехи на Голгофский крест. Бог так любит людей, что послал Иисуса. Ради нас Иисус умер и воскрес. Слава, слава Богу Вышний! Мир дан людям на земле. Счастье мирского мнимого, всюду горят огни. Боже всего хранимого, сердце свое храни. К миру греха и тления не прилепись душой. Лишь во Христе спасение, в нем лишь одно упокой. Благость Творца незримого правильно оцени. Боже всего хранимого, сердце свое храни. «На кого быть похожим ты хочешь?» – задал в классе учитель вопрос. «Я на папу, он самый хороший», – сразу мальчик один произнес. «И хочу», – друг его отвечает, – «походить на героя того, кто всегда и везде побеждает. Его часто я видел в кино. У меня идеал есть получше», – отвечает другой ученик. «Робин Гуд, такой сильный, могучий, все боялись его богачи. На актрису, на добрую фею, на хороших, порой на плохих». Выбирали детишки примеры, походить им хотелось на них. Ну а ты что молчишь, Ангелина, выбирая дело для себя? Но Иисуса Христа, Божье Сына, я хочу быть похожей всегда. Удивление было на лицах, глаз затих, объяснение ждал. Ко Христу нужно всем обратиться, он на свете один идеал. Он могучий, великий и сильный, любит всех, и друзей, и врагов. Милость всем посылает обильно и спасает людей от грехов. С кем теперь Иисуса сравните? Узнаете, где жизнь, а где сон? На Христа, Божье Сына, взгляните. Подражанья достоин лишь Он. Гороскопом бредят в классе. Дядя Лев гордится Тася. Петя Лев, а Лёва Рак. Каждый свой имеет знак. Класс сплошной зверинец. Ибо Таня Овен, Рома Рыба. Все при этом забияки. Все родились в год собаки. Только Надя Комарова не овца и не корова. К астрологии она совершенно холодна. На друзей печально глядя, говорит ребятам Надя. Это ересь, суеверие. Вы же люди, а не звери. Жизнь зависит не от звезд. В сердце должен быть Христос. Чтоб себя от бед спасти, надо веру обрести. Год в месяц, да что вы! Каждый год у нас Христовый. Мое сердце, словно свечка, день и ночь горит. Я люблю тебя, овечка, Бог мне говорит. Кто со мною, тем не скучно, ждет их вечный рай. Я пастух твой, будь послушной и не убегай. Много лет назад Бог послал свою любовь для нас. Когда Сын Его в этот мир пришел и нас с тобою спас. В сердце мое, Иисус, войди, дай мне свет твоей любви. Дети на земле, попросите все Иисуса к вам войти. Были мы грешны, огорчался ты, Иисус наш друг. Но простишь нам все и в сердца войдешь, коль на твой откроем стук. В сердце мое, Иисус, войди, дай мне свет твоей любви. Дети на земле, попросите все Иисуса к вам.
приходит. Да, Иисус приходит каждому, кто его об этом просит, и делает его новым человеком. Кто хочет пригласить его к себе? Иисус, войди в мое сердце и сделай меня такой, какой хочешь видеть меня. Благодарим тебя, что ты услышал нас. Аминь. Спасибо, Христос. Еще последний у нас номер, Ненафа. Она у нас начинающий пианист, но тут, правда, на синтезаторе попробует исполнить «Тихая ночь». Сейчас громко. Вся природа так чудесна, птицы Богу поют песни, а я с ними заодно. Творца славлю моего. Вот прекрасен этот мир, он чудесно сотворил. Вся природа. Не доучил. Ну еще год. Да, ну и еще году три стиха будет рассказывать. Год есть. А, мне хорошо рассказывала, четко выучила. Молодец. Оркестр. Так, Леонида. Леонида стабильная. Лера тоже хорошо рассказала, да, Лена? Тарасий. О, Тарасий. Иван. Так, у нас гость. Как? Данил. 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 Сейчас. Ливия. А где еще? Ливия. Вера. Твоя. Какие у нас еще имена красивые есть? Ефросинья, самая красивая. Ника. Так, Ливия. А, давай. Енафа, Енафа. Николай тоже красивое имя. Так, Иван, давай. Так, не он не про себя. Вот Акелина. Вообще Николай сами должны отдавать что-нибудь. Вот она, я ей подаю. Зачем берешь чужой подарок? И Полине. Аполлинария. Ну вот она, вот она, Наталья. А еще Федор. Зубы пусть бережет. Сказали, до трех лет. Давайте поблагодарим Бога, потому что все можно расходиться, не выбирайте. Пойдем. Деводниц бесчисленно выражает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями славословят, во слышит со звездою путешествуют, на горе родился. Утро чего
Отец наш Небесный, мы просим Тебя принять нашу молитву во имя Иисуса Христа. Ты дивно наградил нас сегодня верой Твоей Святой Небесной. Сохрани нас в истинной вере. Не дай заблудиться душам нашим на этих распутьях мира. Благослови детей. Умножь их таланты. Сохрани от осквернения в этом мире. Благослови болящих, не могущих сегодня здесь быть. Милость Твоя да прострется над всем миром. Продли еще мирное время. Благослови правителей, патриарха, епископов, священников. И наше благовестие, Господи, Ты сам усвой. Помоги его исполнить и пошли все потребное для издания книг. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Так, занятия будут? Нет, конечно. Не будет, да? Можно расходиться. Расходитесь. Хорошо. У нас